Сплав ртути с золотом общей массой 760 граммов обнаружили уссурийские таможенники в ручке чемодана туриста из Китая, возвращавшегося на родину. В пункте пропуска Краскина при сканировании багажа 49-летнего гражданина таможенники выявили свертки с металлическими гранулами и порошком, завернутые в тройные пакеты и спрятанные в телескопическую ручку чемодана. Экспертиза установила, что изъятый образец представляет собой сплав, в основу которого входит металлическая ртуть и золото. Мужчина сообщил, что планировал извлечь золото из сплава и изготовить подарок для супруги. О запрете на перемещение ртути через границу знал, поэтому пытался сокрыть вещество от таможенного контроля. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда ядовитых веществ». Гражданин Китая помещен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.